Здорово, Империя! У микрофона Артём. Это канал Snow World TV. И очередная новая игрушка. Бля, смотрите, какая девочка. Жесткая прям. Смотрите, у нее рука какая. Чище просто. Так. Это демо-версия. Английский язык, как обычно. Русского пока нету. Возможно, будет, возможно, нет. И это, по-моему, такой шутан в ретро-стиле. Такой старенький, добренький шутер. Что-то типа Quake, Дума. Сейчас посмотрим. Так, welcome to Blood West. Окей, VCD, Shift Space. Прыгать. Ну это бегать. Так, оружия пока нету. Пока. Чекпоинт. Темновато здесь. Зажмите Ctrl, используйте C. Так. А, ну можно на C нажать, чтобы он всегда ползал. Либо на Ctrl. Тут нужно проползти мимо зомбаков. Так, туда надо. Аккуратно. Смотрите, какой классный зомби. Прикольный, мясистый такой. Так, тихо. У него, кстати, ушки вон там снизу на макушке. Какой голожопенький. Приятный зомби. Окей. Так. А как ты меня слышишь? Я уже ушел от тебя. Ты что? Так, что за дырки? Две каких-то. Так, опа. Что это? F. Что-то нашел. 85 FPS показывается. Офигеть. Good job. Ага. Типа туннель какой-то нашел. Отличная работа. Ага. Используйте оружие. Топор. Мазафака. Так, где ты? Как топором-то ударить? И инвентарь. Нифига себе, видеть типа что-то. Что-то типа РПГшки, да, сделано. Смотрите. Golden штука как. Ну это бабосики, все понял я. Наш персонаж, кстати. Книга журналов. И топор на первую поставил. Ага, ну это так. Ага, левой кнопкой обычная, правой усиленная атака. Так, слоты показаны, какие здесь можно поставить. Так, ну пока только топор. Карта какая-нибудь может быть, что, куда идти? Непонятно. Музыка такая. Вестерн там какой-то. Опа, это что? Бандаж это? Это бинт. Бинт-лечилка. Атака. Угу. Ну, это я знаю. Левый. Так, давайте-ка. Зомбаки. Тихо. Зомбаков можно лупануть так, чтобы... Чтобы была скрытная атака. Ох, ёпт. На. Отлично. Можно башку... Да, можно башку им отпилить, кстати. Но руку отсечь можно? Нет. Ногу. Тоже не... А, да, голова отлетела у него там добротно так-то. Или не... Подожди. Не отлетает, все правильно. Так, топор, это хорошо. Я бы хотел, конечно, руку... Что это? Йорик, бедненький. Ты, что ли? Ты, друг? Нет, не он. Маленький стульчик. Подождите, это... Let's put these to good это патроны. Remember. Чекайте типа трупы на эти наружу. Опа. We'll need that. Так, подожди, нужно же поставить его. Давайте сюда. Второстепенное. Бедняга тут его завалила. Ух, нифига приближает как. Можно патроны менять, понял. Есть вид оружия, вид патронов, видимо, голд, что-то, ну-ка. Вот, видите? Такие есть патроны, а есть какие-то еще. Так, ну, допустим, так, ну это у меня 6 в обойме, да, у меня патронов? Так, 6 в обойме и 2 золотых, да, что-то типа того. Вы находитесь в сейф-зоне. Сейф-зона это что-то типа хаба, локация... Так, это что, тотем? Can't you поговорить, типа, помоги мне.
Ага, окей. Сами переводите, я не умею переводить. Типа... Типа я не знаю язык, короче. Немножко понимаю, но не понимаю. Так, он что-то нам сказал. И, возможно, здесь можно это купить. У нас же здесь деньги, да? А деньги это что? Это правильно, это что-то купить можно. Ты, мужик, можешь что-то продать нам? Да. А, вон что-то трейд там был. Country trade. Отлично, смотрите. Епа, вот это надо штуку. Сколько стоит? Сколько стоит? 350. Откуда у меня таких нет денег? 350. Ну, 50 монет всего. Блин. Не, ну прикольно, она сделана в виде РПГшки. Шутер РПГ. Так, можно, да. Ресет. Что-то. Типа я поспал, короче, что-то сбросить можно. Так, здесь что-то можно украсть. Всегда надо где-то что-то красть. Если можно что-то взять. Так, обязательно берите. Так, и что ты мне сказал, я не понял. Так, ты подожди-ка. Отлично, а куда идти? Так, а что нам в журнале? У нас вообще ничего в журнале нету. А ты нам дашь миссию там или что-то? Когда я закончил с этим местом, слушай. There really isn't much to say, and if you really want to get to the heart. Что-то про убийство монстров он говорит. Давайте посмотрим, сходим. Видимо, открытый большой мир, что ли? А типа фул версии туда нельзя. А куда можно? Туда нужно нельзя. Туда, наверное, можно. Так, кто тут меня слышит? Тот-то... Вон он ходит. А, вот они. Подлецы, удальцы. Так. Короче, их можно вырубать просто на изи. Так, аккуратно. Сейчас я... Опа! Сейчас я в лоб ебну. На! Так, подожди. О, там другой какой-то. Ну-ка. Так, а с них что-то падает вообще, нет? Утонуть его можно? Нет. Но здесь что-то есть. Это очевидно. Какой-то, может быть, лутецкий. Опа, здравствуйте. Опа, наклонимся. Нифига себе. О, ты чё? Так, патроны. Так, какая-то... Подожди, вы что, там жрёшь, что ли, я не пойму? Так, ну тебе жопа, блядь, отвечаю. Что это у меня там? Дебаф какой-то повесился на мне. Что за ботинок? Я могу его вылечить при помощи вот этой штуки? Посплю, типа. Да хуй бы, никто не вылечился. Ладно. Так, один патрон. Но есть топор. Блин, патронов вообще... А, стой, можно купить патроны. Опа. Ладно, топор есть же. Так, а чё почём патроны? Ну-ка. You're back. Да, я вернулся. Патроночки. Так. В смысле они сотку стоят? А есть? Во. Купили. Так, теперь можно переключиться. Я забыл, как переключаться на патроны. На Е, да? Ой, не то. Все. Давай, заряжай. На, отлично. Пойдем тем бабуху-то. Бабахнем сейчас. Бабуся-то вообще не промах так-то. Она, блин, с этим, с обрезом каким-то вообще. Тихо. Хэдшот. Хэдшот, мазафака. Откуда... Ты кто? Так, я, по-моему, всех сагрил здесь. Ты тоже, до свидания.
Тихо, 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 тихо. Гора трупов уже. Так, лут. О, бля. Хлутать можно. Еще что? Мама родная, пистолет. А дробовик можно? О, это... Это финиш. Так. Пистолет, это все хорошо. Давай-ка сюда. Патрон-то... А, у меня патронов нет, да? В нем есть два. Неплохо. Пойдем сейчас жмахнем вот этой тетки, которая здесь вот дичь ходит. Опасная. Где она? Положи. Тут никого что-то. Что-то никого. Let's put these to good use. That'll come in handy. Так, подожди, не то. Давай-ка. Мощные какие-то патроны. Так, еще есть что украсть? Знаете, чего нужно? Фонарь. И либо этот прибавить. Контрастность, ни хрена не вижу. Так, где-то была... Куда она ушла? Что за звуки? Кто шепчет? Так, это спуск, по-моему. Да что такое? Не, ну мрачненько так, довольно-таки. Так. Что-то какой-то серебряный бокал. Может быть, продать. Так, спрыгивать не буду, мало ли. Что изменить? Так, ну, у меня ботинок, он почему-то светит, он тут вот, дебаф. Видимо, плохо бегаю. Так, а подожди, вот эти... Наверное, вот эти ломать можно, нет? Ну-ка. Блин, нельзя, только два оружия можно иметь. Блядь, не ломается. Плохо. Так, что тут у нас? Два патрона. Этих заряжу. А, подожди, вот эти же, да? Вот эти же заряжал. Так, ну давай здесь посмотрим. Здесь какой-то мужик лежит мертвый. Так, обязательно надо все потыкать. Здесь по-любому что-то можно спиздить. Да как так-то? Че ничего нельзя взять? Что за бар такой, где нельзя что украсть? Но в основном патроны лежат. Good. Ну, ничего больше. Ну, еще надо какие-то вещи. О, Heal Potion был. Это прикольно. Бутылка. Так. Ну, допустим, тут ни хрена. Пойдем посмотрим, что в следующем. У соседей, как говорится, глянем. Насколько интересно у соседей. Так, стоит он там. Два чухана ходят. Так, вот еще патроны. Так. Все это, конечно, все хорошо, но что-то мало как-то все лежит. Так, открыть можно? Вот еще что-то. Они еще так плохо выделяются из всего этого. Так, ну это пистолетные патроны, так по-моему, даже 3, 4 дурачка. Но они, я так по... Бля, не увидел, да? Тихо. Фига, он прыгает. Там еще кто-то идет. Где он? Внизу был. Я же видел тебя. А, он побежал снизу. О, вот это что? Тихо. Ай-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, это хана. Это жесть, как, конечно.
Хардкорненько. И стрелять лучше в голову. Но дробовик... А, я за каждую смерть получаю дебаф, получается, да? Вот она, мазафака, что. Ну, денежек так и не накопил. За каждую смерть у меня вешается дебаф. Это прикольно. Так, ну погнали. Короче, тут мы были, давайте вот сюда. Вообще нужно просто вырубать им башки и все. Вон собака ходит сверху. Тихо, 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 тихо. Смотри, он тоже отпрыгивает. Блин, вот это вообще... Это жестко. Это очень жестко. No stopping me now. Да, смотрите, у меня теперь еще один дебаф висит. Серьезно. Это прикольно. Прикольно и жестко. Вся фишка этой игры — это скрытность. То есть не стоит врываться в битву, потому что тебе надерут жопу. Убить их легче всего, конечно, в голову. В голову, вот, блядь, таким прицелом очень трудно попасть. У меня теперь какое-то сердцебиение, какая-то голова. Сундук. Ну, возможно, как-то можно снимать эти дебафы. Могу я вообще в окно вылезти? Так, это пизда. Где ты? Не, ну это сильно как-то. Жесть, у меня теперь миллиард дебафов. Тут у меня нет, да, патронов? Блин. Денег особо нету. Я еще так прицелиться не могу нормально в них. Короче, надо красться. Блин, ну я башку ему попал. А, с другой стороны меня... У меня уже куча... А сколько я могу вообще? А, ну все, 4 дебафа. Это финиш хим. Так, ну-ка. Продадим ему. Это, вот это. Что это? Это же такая штука. Какая-то книга. О, артефакт. Это можно продать. Можно продать. Кружка серебряная продать. 100 баксов набрал. 100 баксов. Это... На что мне, конечно, не хватит ни нахрена. Ага. Так, это я куплю. Короче, так вот купил. Это артефакт. Все, вам хана. Так, ну попробуем, пойдем. Надо к ним залезть наверх. Потому что они собаки вообще хорошо видят. Видите, глаз появляется и ухо. То есть они и слышат, и видят. Но у меня есть артефакт. Перышко какое-то. Виселица здесь какая. Ни разу не попал. Stay down.
Воу-воу-воу-воу-воу. Ёпт. Дробовик сила. Игра с крысой спрятался здесь. Ну-ка, тихо. Ай-яй-яй-яй. Открывай течение. Блин, умер. Блин. Это, конечно, мощная игра. Таких патронов всего 6, но они... Так, два хедшота, три притопа. Где еще? Есть вопрос еще у кого? Че, иди че, че? Так, ну-ка сейчас соберем с вас зубики всякие, патроны. Блин, это, конечно, прикольно. Тяжеловато намного так. Главное в голову стрелять, им в голову и все, в принципе. Тут, кстати, сундук появляется, я его ютнуть же могу тоже, да? Что дает мне этот перышко? Я еще такой подобрал. Регенерацию стамины. А что ты, смотри, можно соединить три пера. А, типа разъединить. А, о, фига, три теперь, да? Или что, почему три? Так, вот это можно... А, это можно сюда поставить, сюда. Так, а как это юзать? Во. Во. Аптечка. Так, а что наверху? Блин, укусил. Смотри, у меня порез появился. Ёпта, это кровотечение, что, серьезно? Надо забинтоваться. Во. Так, тут есть что украсть? Два патрона. Шапка. Бутылка, ничего не берется. Где-то еще монстры были. А, это труп, да? Побежал. Все, ты труп. Так, ну я, по-моему, тут половинку убил уже. Дай смотри, что дальше у нас есть. Здесь мы еще не... О, там патронов тьма просто наверху. Ой-ой-ой. Он двигается вообще беспорядочно просто. С них зубы падают. Как залезть наверх? Вопрос стал теперь у меня. Виселица. Можно повеситься? Такой провалился. Так, здесь я что-то еще по мне следовал. Кости. Как залезть нам вверх? Там что-то интересное есть. Вот что-то здесь, да? Так, ну это как туда пробраться? А, во.
А, ну тут всего лишь одна. Я думал, тут миллион всего. Ого, бежит. А, он запрыгнет? Блин, со мной укусил. Придется на себя еще наложить. О, кровотечение пошло. Бинтик. Здесь по-любому еще должны быть разновидности оружия. Так, скелябр. Но ничего нету. Тут, по-моему, сожгли. Дом. Что-то в домике 30 FPS сразу упало. Так, а может быть надо всех убить? Типа миссия такая, убейте всех. Скелет коровы или собаки. Возможно, еще кого-нибудь, но не точно. Блин, вот почему мне еще не лежит? Вот когда начинаешь залазить на крышу этого дома, тут сразу минус. Минус FPS сразу. А, вон там. Тут у меня палит. Как туда пройти? Так, ну и там биты еще вижу. Побеха бежит сюда. Да, то есть мы нормально они обошли. Так, сколько мы там уже играем? Жесть, ну классная игра. Так, нормально, давайте закругляться. Я думаю, надо ее будет добавить себе в лифт. Ага, в лифт. В этот, в белый лист добавить. В лист, короче. Keep your eyes out. Да, я думаю, он скажет, что типа всех нужно перестрелять здесь и тому подобное. Ну, этот, видите, не знаю, дебафы никак не снимаются, даже если поспать. Что-то ничего не изменяется с этими дебафами, они вот висят. И, в принципе, а, ну вот они показаны. Видите? Все, что на мне висит, дебаф, эффекты. Эффекты это. Ладно, давайте закругляться. Всем, кому понравилось, подписывайтесь, комментируйте, жмите колокольчик. И, конечно, приходите на стримы. С вами был, как всегда, Артём. Увидимся. Пока-пока.